Внутри бутылки две пули. Попадание насквозь. Но не на вылет. Пульки внутри. Всем привет, охотники, бандиты. Приветствую вас. Ага. Всем привет, охотники, бандиты. Сегодня я вам расскажу, в чем отличие патронов Фортуна Стандарт и Фортуна Магнум. Смотрите, не переключайтесь. Патроны травматического действия Magnum 85 джоулей. Патроны Стандарт, мощность 65 джоулей. Вначале стреляем с патронами Стандарт по деревянной двери. Посмотрим, какие будут разрушения. Расстояние примерно 5 метров, самооборонная дистанция. Теперь стреляем патронами Magnum. Патроны Стандарт очень хорошо пробивают древесину, такую влажную, вязкую. Конечно, я не очень целился, поэтому кучность очень, разброс очень большой. Дальше смотрим. Патроны Magnum многие насквозь прошли через, да почти все, вот кроме этого и этого. Раз, два, три, прошли насквозь. Смотрим с другой стороны. Так, здесь у нас и патроны Стандарт нанесли такое серьезное повреждение двери. А патроны Magnum спокойненько, резиновые пули, практически на вылет, прошли через крепкую советскую дверь. Вот они, пульки, прекрасно их видно. Ну, мне очень нравится пробивная способность. Вот здесь вообще насквозь, на вылет прошла пуля. Сейчас попробуем пострелять по имитации биоцели. Биоцель я видел такой рецепт в интернете. 5-литровая бутылка с водой, футболка, синтетический джемпер и курточка осенняя. Стреляем по имитации биоцели, дистанция 5 метров, патроны Стандарт, Фортуна. По-моему, уже было попадание. Попробую прицелиться получше, по-моему, попадания не было. Попробую подойти поближе, расстояние примерно 3 метра, для того, чтобы снизить вероятность промаха. Все, пробитие есть. Пробитие есть, вот оно пошло. Надо посмотреть поподробнее. Так, расстегиваем куртку. Сквозное попадание. Джемпер пробит. Футболка пробита. О, какое прямо рана. Я так считаю, это уже летальная. А вот верхнее попадание. Вот это и вот это Magnum. А это Стандарт, скорее всего, пробило. В трех местах получается. На биоцели видно попадание раз, попадание два. Это, я так полагаю, Magnum. Причем Magnum разнес нормально так. Такие, видите, дыры образовались. Здесь-то просто круглое отверстие. И все, больше никаких повреждений на нашей условной биоцели нету. Таким образом, друзья, товарищи, давайте подведем предварительные какие-то выводы. Патроны Стандарт подходят хорошо для самообороны. Биоцель будет пробита вся одежда. Будут повреждения самой биоцели, ну, вашего условного противника, но без тяжелых последствий. А если же вы используете патроны Magnum, то это больше подходит Magnum уже для... Ну, могут вызвать летальные последствия. Это как бы нежелательно для самообороны. Если же вы просто стреляете, то Magnum, конечно, обладают гораздо большей пробивной способностью. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!